Ну, я стараюсь, одно время читал какое-то время комментарии, соцсети, сейчас я стараюсь не читать, не смотреть новости. И не то, что я закрываюсь от этого негатива, ну просто зачем, когда даже я стараюсь и не хочу смотреть фильмы, которые негативные, как бы показывают реальность нашей жизни. А зачем это мне реальность жизни, когда я могу выйти и увидеть эту реальность на улице? Ну, негатив на улице, на самом деле я не сильно, не вижу сильно большого негатива на улице. То есть, мне кажется, вот эти сети, новости, это все, как сказать, сливки вот этого негатива. То есть, наверное, в жизни, конечно же, есть, но я не часто это встречаю. В основном люди как-то стали более спокойными, мне кажется. А в сетях, ну, всякие дураки и уроды пишут, ну пускай, господи, это их проблемы, честно сказать. Новости, ну, а новости, они на то и новости, чтобы заинтересовать людей, что вот, ну, как бы, что все плохо. Но, честно, я вот не вижу, что прям такого сильного негатива, вот когда на улице, не вижу. Даже когда вот мы с женой, мы любим путешествовать, и тоже вот ездили там в Европу, ну, куда-то, и даже под Москву, ну, под Москвой, какие-то другие города в России, и все время я там читаю, иногда, ну, так, захожу, чтобы понять, что там происходит. Всегда пишут, что там плохо, там люди плохие, там это то. Не знаю, мы всегда приезжали, и все хорошо. Ну, как-то, ну, может быть, я такой счастливчик, мне не попадалось, но, не знаю, все вот как-то нам везло, во всяком случае.